10 июля 2023 год. Сегодня будет сентенция на матримониальную тему. И звучит она так. Институт брака себя изжил и взялся за меня. Написал я 16 июня 2010 года эту сентенцию. И тут сразу надо дисклеймер. Больше для моей жены, чем для кого бы то ни было. Я счастлива. Я счастлива, жена 25 уже почти лет, да? 99. Сейчас 2024 года. Вообще много у меня есть на матримониальную тему афоризмов. Ребро Адама вышло боком. Если сунуть нос куда не следует, может внезапно оказаться, что семейный очаг был нарисован на холсте. Брак — это когда люди сносят все тягости и горести друг другу. В общем, непропорционально много у меня про брак. Да, но на сегодня чисто хронологически, я иду по сайту по своему, да, и по мере написания афоризмов. Значит, 16 июня 2010 года я написал сентенцию: институт брака себя изжил и взялся за меня.